президент. Он очень хорошо начал. Немножко мы с вами в начале этого года пропустили, но, я полагаю, все сделали нужные выводы. И все в референдуме, что записано, я полагаю, что все это будет именно так, как мы понимаем это, именно народ. И недра наши, и без нас никуда. И мажилис будет такой, который достоин нашей огромной страны с таким небольшим населением, на которое сейчас все вокруг соседи взирают, когда же, наконец, Казахстан сдастся. Мы никогда не сдадимся. О референдуме конкретно. Я за все изменения. И за первый пункт. И за то, что он ушел сам от этих всех привилегий. За то, что все определяющие направления я одобряю. Бірінші осы референдум жайлы мәліметтерін бәрін ашып оқып, таныстым. Сондықтан өз ойымды, өз пікірімді қалдыру үшін келіппін. Енді қайсы маңызды деп саясаттың дегенменен халықтың мемлекеттік басқаруға араласуы өзінде осындай парламенттік формамен ғана жүзеге асатындығы мәлім. Сондықтан парламенттің рөлін арттыру туралы президент Қасым Жомарт Кемелевич ұсынып отқан өзгерістер сол халықтың араласуына, парламенттік жолменен араласуына мүмкіндік береді ғой деген ойдамыз. Бұдан басқа форма жоқ. Демократиялық елдерде тек парламентаризмді дамыту арқылы. Сондықтан қазір күшті парламент құзырлы президенттің құзырлы өкімет деген сияқты триады халықтың өкіметті басқаруға жолын ашады деген ойдамыз. Самые насущные, конечно, о недрах. Мне бы хотелось, чтобы это было правдой, что желания народа будут с желаниями государства совпадать в праве пользования всеми благами для страны. Вот. Все остальное мелко. Мы и так делаем и для детей очень много, и школы, и она. Но такая территория с таким небольшим нашим населением, она требует, чтобы это все было вместе. Народ с правительством были одним целым. Өзім мойым барлығы маңызды деп ойлаймын. Өте жақсы шешімдер. Бірақ айрықшасы ішінде президенттің өзінің туыстары жайлы деген қызметтеріне қатысы жоқ деген. Сол осы айрықша деп өзім. Я думаю, они все значимые. Хотелось бы, чтобы жизнь изменили к лучшему. Зарплаты хочу хорошая и высокая. Это будет все взаимосвязано, я думаю. Это категорически я не согласна. Я о русском, вы сами знаете, живем мы всю жизнь, он у меня коренной казахстанец. Я, конечно, за женихами в Казахстан приехала когда-то из Сибири. Но это никому не мешает. Это не мешает никому. Владеть языком страны, в которой ты живешь, это необходимо. Я не требую от американцев, чтобы они говорили на русском. Скажите, не требую. И у англичан, чтобы они говорили на русском, не требую. Значит, знать язык. Правнучка закончила первый класс, мы с ней постоянно учим казахский. Я сказала ей, ты хочешь достойную работу? Владей языком твоей страны. Все остальное сопутствующее. Русский в доме. Просто мы старики, когда это не требовалось ни от кого. Муж владеет казахским, сын прекрасно владеет казахским. Вы лишаете русский язык статуса какого? У нас он и так не государственный. Они два. Да? И я за это. Я за это. Мы написали с дедушкой, поддерживаем изменения. А как можно было? Там нет подпункта в бюллетенях на исключение чего-либо. Вы понимаете? Нам ед суд, я знаю. Значит, без куска хлеба не останемся. Менің ойымша дұрыс деп санаймын оны. Өйткені қай елге барсаң да сол елде өз тілімен сөйлейді, ал біздің Қазақстанда жүргендіктен қазақ тілімен сөйлеген дұрыс деп санаймын. Лишить? Да, стоп, русского языка. Нет, не надо лишать.
Я русская, ну, считаю себя казашкой, потому что я здесь родилась, живу, и мои дети, думаю, здесь будут продолжать жить. Мы изучаем язык, но почему-то не знаем его так, как хотелось бы. Казахский язык? Казахский, да. Я понимаю, говорить не могу. Ну, постепенно был болот нерсе. Халық түсіністіктен қазір шақар өзірі сияқты, енді көбіне шыдап азы қалған деп айтуға да болады. Бұл мәселе түбегейлі негізі күтілді оқтан бұрыс. Бірақ қазірше шорт кесіп, осында орыс тілін алып тастап. Қазір әлі уақыты келген жоқ па? Уақыт келген жоқ па деп ойлаймын қазірге.